Ветеран войны в Афганистане Михаил Танасогло родился 28 февраля 1959 года в селе Кирсово. Окончил среднюю школу, затем Сызранское высшее военное летное училище. В Республике Афганистан служил в воинской части в должности командира вертолета Ми-24. Совершил 145 боевых вылетов. Очень жалко, что жизнь его оборвалась так рано. Очень жалко, что погибают такие хорошие, замечательные люди. Ну, не зря говорят, что Бог забирает себе лучших. Мы были там 18-летними мальчишками, и все самое ценное в нашей жизни мы оставили там. Поэтому вы читаете на словах этого экрана: «Афганистан болит в моей душе». О жизненном пути Михаила Танасогло рассказал его друг и школьный товарищ Константин Чулак. Я за эти 20 лет с кем бы ни говорил, от диспетчеров, борттехников, кто только знал Мишу, только говорили о хороших словах. Но мне больше задели слова, в то время он был замкомандира эскадрильи по летной части. Миша, говорит, был талантливым летчиком. Говорит, Гагаузия много что потеряла. Но судьба есть судьба. Подвиг Михаила Танасогло никогда не будет забыт, подчеркнул примар села Кирсово Сергей Сапунжи. Сердца, через сердца матерей, братьев и сестер, родителей прошли судьбы тысячи молодых ребят, которые отдавали долг своей родной земле. Мы знаем, мы верим и мы убеждены в том, что мы поступили правильно, что советский воин с честью выполнил свой долг. В рамках концерта, организованного администрацией гимназии имени Михаила Танасогло, были исполнены песни и стихи, посвященные памяти воина-интернационалиста. Завершилось мероприятие выступлением группы «Батя энд эхо Афгана». Елена Карасини, Влад Табачук, Алексей Герчу. Новости ГРТ.